Здравствуйте, зрители Ютуба. Вот по просьбе подписчика показываю вам, как собираются компенсаторы усадки. Начало, да. Вот брус простелили для болта. Брус, это будут стойки. Стойки. Каркаса. Вот компенсатор усадки. Вот. У него идет вот эта штука, шайба и гайка. Вот на этой гайка есть. Вот эта гайка. На всех есть. Ну тут нет вот. Не знаю, где они лежат. Как нет? А это чуть-чуть. А, вот, ну все. Короче, вот. Он вставляется в эту дыру. Еще пластина заворачивается на столб. И уже шайбой. Так вот, короче. Уже вставляется сюда. Вот так. И здесь уже подкручивается. Какой именно размер высоты. Мы оставляем десятку примерно. 11 сантиметров под усадку. Ну, десятку, вот, да. Так. Труб садится и... Балка. Гайка подкручивается, он отпускается вниз, прямо в дырку, которую просверлили. Тут она просверлена, специально просверлена, вот с запасом до конца. Чтобы до конца, до конца садился. До конца. Да. Ну и все, тут ничего сложного нету. Все делается по уму. Все, пауза.